На протяжении последних нескольких лет город Береза держит марку одного из самых благоустроенных городов не только Брестской области, но и всей страны. Чистые и уютные улицы и скверы, хорошие дороги отличали этот город всегда. Возможно, поэтому выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике и строительству проходили именно в этом регионе. Тема благоустройства, она всегда важная, важна для жителей, которые там проживают, в первую очередь. Поэтому этой темой мы занимаемся плотно, с года в год. Поэтому уже вот 8 лет подряд наш город Береза выходит победителем вопроса благоустройства в областном соревновании. Вопросы, которые обсуждали парламентарии, касались в первую очередь благоустройства районного центра. Причем не только многоквартирные застройки, но и индивидуального строительства. Важно, чтобы каждый человек, который получает квартиру или участок, имел все условия для хорошей жизни. Подведенные газ, электричество и воду, асфальтированную дорогу, оборудованную детскую площадку. Ведь именно эти, на первый взгляд, мелочи и формируют хорошую и комфортную жизнь. Вопросы чаще всего поступают в палату от граждан за то, что выделяет государство землю и забывает выделять денежные средства на так называемую инфраструктуру. Дороги, газ, воду, канализацию, свет. В одних почему-то вызывает эта проблема, во вторых нет. Вот, к примеру, в этом Березовском районе этих вопросов практически не существует. Прежде чем выделить людям землю, сделаны дороги, подведено электричество, газ уже по мере строительства домов. Еще один не менее острый вопрос – вопрос о погребении – был также обсужден на выездном заседании парламентариев. Законодательство в этой сфере в последний раз претерпело изменения в 2001 году. Разрастаются города, увеличивается количественный показатель населения. Но такова жизнь – люди умирают, а мест для захоронений недостаточно. Необходимы новые меры, которые позволили бы решить возникшую проблему. Принимать какие-либо решения, не беря во внимание мнение представителей религиозных конфессий, было бы неправильным. Мы разрабатываем некоторые моменты и согласуем их с церковью по захоронениям на тех участках, которым более 40 лет и за ими никто не ухаживает. И моменты начинаем наконец-то доводить до людей по вопросам кремации. Практически у нас на это никто не обращает внимания. То есть надо нормально создать законы, по которым бы люди видели, в каком направлении двигаться и правильно поступали в этих направлениях. От того, насколько благоустроенными будут наши города, зависит и наше отношение к ним. Правильные и своевременно принятые меры помогут сделать их более уютными и привлекательными, а нашу жизнь – комфортной.